Меньше сидеть надо, Александр. Нарды больше играть надо. Три схваточки. Внимание. Время. Джудо. Лад правой рукой. Правой рукой. Правильно держу, нет? Нет. Ты должен постараться, вот его правая рука, чтобы она или низко взяла захват, или вообще не взяла. То есть, или сорвать ее отсюда, пойти показать в эту сторону. Или чтобы он здесь взял. То есть, можно, то есть, нельзя вот так закрывать, но можно здесь руку поставить. Тогда он не будет здесь брать, здесь. Если он там наверху берет, сверху, значит, сюда постараться вот эту, вот с этой его правой рука, чтобы она не держала хороший захват. Хаджина. Смотри, а что ж ты остался, блин? Смотри, залез, сюда почти показал, бросил почти сюда, сюда, и остался, стоишь. Конечно, ты улетишь-то. Хорошо, что пукнул кто-то из вас. А если бы не пукнул? Улетел бы, блин. Это ракета. Сейчас, стоп. Сейчас, подождите, Юрий Александрович пройдет. Спокойно, не спешите. Избили себе ноги, блин. А ты чё, скотина, не мог до конца сделать, за что болели? Я думал, сейчас улечу, но не улетел. Так вниз надо смотреть головой. А не, я пытался. Чё ты пытался, блин? Ты до конца не сделал. Вперед. Время. Всё, счастливый стал. Смотри, шида, джой. Смотри. Хаджой. Он залез третий раз, если ты его сейчас не констрил, бы я придал шибу второй. Хаджуа.
базаре. Два-три секунды. Время 40 минуты. Вот, Влад, знаешь, статического захвата тяжело бросить. Статики. Ты взял, он взял. Как тут повернуться, я не знаю. Я не говорю, что я слишком умный или еще что-нибудь. Но попытался какой-то другой взять захват. Не? Классический, но другой. Да. Вот я, смотри, когда я борюсь с левшой, и он левша, вот захват. Это все, это жопа. На заднюю не залезешь, упадешь. Если бы я, например, показал сзади, это жопа. Все это, все задрали, все, нет проблем, упал. Да, через спину с колен я не делаю, через плечо я не делаю. Значит, когда я боролся, старался вот этой рукой вот здесь взять. Вот. Видишь? Да. Вот. Здесь возможность, возьми выше чуть-чуть эту руку. Здесь возможность, здесь хотя бы сюда подвернуть. То есть, если ты в этой ситуации, значит, рука сюда, чтобы плечо. Видишь, эта рука сюда прижимает, а эта сюда. Угу. Или по крайней мере где-то здесь. Или вот отсюда, вот сюда. То есть вот этой рукой. Вот. Видишь, то есть если это плечо не держать, он туда бросит, пойдет. Вот это плечо как бы к себе, а это сюда, вот сюда, раз, вот. Отсюда, да, ты получаешь подсечки, как бы стараешься. Но отсюда уже, если есть возможность, вдруг отпустил отсюда, ты должен, может быть, с этой рукой. Понимаешь, вот еще раз. Вот Артем взял. Нет, вот этой рукой. Вот я, Артем. Угу. Иди сюда. Ну вот сейчас. Иди сюда, Артем. Нет. Без бросков, без ножек, без все. Да? Бери захват. Еще раз. То есть вот отсюда. Вот. Мне просто палец. То есть отсюда. Постараться отсюда держать плечо. Вот этой рукой. Но если одной, то можно сюда подвернуть. То есть можно забрать вот это. Тогда уже стойка. Не такая стойка идет. Идет вот стойка. Это здесь номер, это здесь. Если он уже так взял, то еще лучше. То есть отсюда. Раз, вот движение. Отсюда. Дальше. Неудобно ходить. Раз. Сорвал. Оп, отсюда постараться. А если на соревновании так... А что? Можно только 5 секунд, нет? Нет, это не односторонний. Я же держу право-слева. Это не односторонний. Односторонний все. Нет. Как односторонний? Правая рука, левая рука. Больше. Раз. Нет, не односторонний, односторонний вот. Нет, так не односторонний, но это вот захват за пояс, например. За пояс это же не односторонний. Нет. Так это защитный вариант. Ты взял за пояс, это защитный вариант. Ты не даешь бороться. Если ты взял захват ниже, ниже пояса шире. То есть не ниже пояса кимоно. Если здесь, тоже шире, второй раз ногу, концов ногу. Если здесь, ты опять не даешь бороться. Это классический захват. А вот это тоже. Он не считается классическим, но так можно брать. Так ему можно легко брать. Не. Ну возьми. Если я сказал. Возьми отсюда. Я могу отпустить. Руки здесь, ты уже не повернешься. Сбить, взять свой захват.
сейчас не боретесь, возьми захват, вот этот захват, а потом ты возьмешь захват, хорошо? И не борьба сама, а вот так, чуть-чуть борьба, как бы, да? Вот возьми захват, вот возьми. Стоп, нет, ты вот так вот стоишь, он так стоишь, он тебя на заднюю залезет. Ты выключаешь этот ключок. Вот. Оба включаешь. Не то, что оба. Ты не подтягиваешь это наоборот. Одно тянешь, второе. Сюда, отсюда. Есть. Можно отсюда. Вот. Ну, в другую сторону разворачиваешься. Правильно. Вот. Видишь? Вот. Вот. Опа, нормально. Привычка. Правильно. Не надо серьезных сомнений. Да, нормально. То есть отсюда. Видишь, то есть это просто оп, показал, сразу привычка. То есть на каждом движении есть уже контур. То есть свои должно быть движение. То есть ты не должен все время так держать. То есть тут он может и взять лишь. Он взял сверху. Уже вот ты берешь. Понимаешь, он хочет сверху. Если он взял сверху, все, рубаша выключена, он залезет и все. Еще раз. Бери. И делай. Сразу раз морду поставил. Да? Морду не жалко. Жалко падает. Еще раз делал, и что? Ушел и обратно. Отсюда. Если ты вот так поставил, все, ты уже улетел тоже. То есть уже туда раз эту руку отпускаешь сюда. Оп, где-то захват. Меняешь, видишь? Оп. Вот чуть-чуть, без бросков, без этого. Просто на чуть-чуть. Захват. А? На захват. На захват. Ну не то, чтобы за захват, я хочу, чтобы он взял, а ты как бы чуть-чуть ему показал, а он чтобы немножечко. Опять. Блин. Ну нельзя этой рукой брать, если он право стоит. Взял, сразу улетел. Не это. Вот твои руки, вот ты должен пройти. Потому что если ты взял эту руку, у меня, вот я беру захват, я уже боюсь это держать, потому что вдруг. Он возьмет и бросит, потому что в цене меня еще что-нибудь. Я уже боюсь одной рукой дышать. То есть я взял, как бы уже, видишь, я просто даже ладонь могу ставить. Оп, есть рука сверху его. Все, это уже, вот, это уже фигня. Уже нужно здесь постараться, чтобы она снизу. А если снизу взял, значит, он бедро будет делать, тут же. Я на себе делал очень много. Может, ты выслушаешь, а концентрируйтесь, и то, просто хорошо, это с ним попали даже. Левая. Стоп! Вот мне кажется, стоп. Мне кажется, что если вот так рука его сверху, это плохо. Да, то нет. Есть, вот, мне кажется, самый. То есть оптимальный вариант вот для тебя. Ты то есть как бы висишь на нем. Раз ты же можешь отсюда взять. Уже отсюда взять. Оп. Что это? Нет. А, ну хорошо, давай. Еще раз. Сначала берешь. Стоп, показывай. Выходишь, да? Оп, берешь. Все. А теперь ты вот потихоньку начинаешь работать. А ты. Вот отпустил, видишь, все, это уже жопа. Это уже жопа. Я уже улетел. Угу. Давай. Взял захват, а потом уже начинает потихонечку работать. Стоп. Ты вот так стоишь. Я прям. Ты вот так стоишь. Да. Вот смотри. Вот так. Вот так ты стоишь, ты можешь улететь назад свободно. И вперед, и вправо. Ну и что выше? Вот так встань. Знаете, виноградники вкапывают, а потом сбоку, чтобы не падал. Вот ты борешься с ним. Да? Раз. Отсюда. О. То есть. Вот. У тебя чуть-чуть голова должна вперед.
ты стоишь, вот ты подсекаешь. Угу. Он же тебе сюда залезет. Как ты подсекаешь этой ногой, ты стоишь на этой ноге, вот ты уже сам себя вывел. Ты подсек, он тебе раз, ты уже улетел. Эй, еще раз, ладно, еще отсюда, отсюда где-то там, да? Ну, я не знаю, я бы 100 раз подумал, чем подсечь этой ногой. Мне бы подсечь так жопа не разрешила. И вот я когда взял вот это дальше. Ага. Тебе удобно? Мне? Да. Ну, бросок можно сделать. Какой? Подклад. Хорошо. Теперь этот самый. Тебе удобный, для тебя удобный захват? А какой удобный захват? Вот этот, чтобы он взял, или тот, который он держал? Нет, этот удобный. Этот удобный? Нет, нет. Этот неудобный. Нет. Хорошо, а какой, вот давайте еще поборитесь на захвате. А ты скажешь, какой тебе захват неудобный? Я ну, давай, давай. То есть у тебя эту руку захватить он не может, то есть тяжело. Пойми, да, одну вещь. То есть нельзя взял, все, и ты уже упер, нет, все, и ты уже ничего не меняешь. Не забудь, что ты взял, вот он, видишь, как взял. Да. Я уже что сделаю? Первое, или я подойду, или я уже вот сюда руку, вот, бери захват, вот он взял, я сразу же руку сюда. Потому что я здесь держу, вот смотрю, меня уже опять влезают. То есть нельзя держать 100% все время только так. Взял-то, уже должен руку сюда, уже видишь, у тебя уже хорошее положение. Он отсюда, раз отсюда. Видишь? Оп. И здесь мельницу ему. Или подсечку, блин. Попробуй. Так, ну хорошо, все. Вот это. Вторая схватка. Еще раз, постарайся. Еще раз я говорю, не делай бросок. Постарайся на захватах, на захватах, на захватах. Постарайся его вытолкнуть аккуратно, чтобы он вышел, получил шидо. Показать прием, но может до конца не делать, чтобы я ему шидо накрутил. Аджимы, 4 минуты. Хаджи. А вот так можно? Давай. Вот так, когда берешь. Так держать нельзя, это считается замечание. Ну, 3-4 секунды можно. Ну, 3 секунды, ну нахрен так держать. Никому не нужно. Ну, если вдруг так просто получилось, туда чуть-чуть. Стоп! Может, Чебаневскую попробовать? Чебаневскую? Ну, с упором ноги в живот. Есть захват, согнул, дернул, толкнул, хоп. А какой захват должен для Чебаневской? Вот который ты сейчас держал. Вот это? Только чуть пониже правую руку. Вот так? Да. И теперь? Правую, да, 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 да.
конца, до конца не стоять! Смотри. Аджиме. Топ! Куда ты руку поставил ему на шею, блин? Правильно он тебе сделал, блин. Держал руку, я хотел вверх ее, а не падать. И правильно сделал, блин. Нихер там руку держать. Пастухов, уйди в сторону. Эй, что ты его за шею сверху взял? Ты сразу улетаешь, блин. Ты что же? Я вообще в шоке, блин. У меня уже вон, задница уже, блин, мокрая вся. Джимми, минута. Да, а потом, что бы не сказать, подсечка и... Мате, 40 мате, поклонились, отдохнули минуту, третий склад. Видишь, полез бы первый, так бы и упал. Полез Артем, ты его стал бросать, это другой разговор.